Итак, компадры, мы продолжаем играть в The Forest. И я воспользовался в предыдущей серии волшебной кнопочкой «Загрузить», и мне вот что загрузило. Ну ок. Инвент пуст. Ну да ладно. Что, нам нужно поесть? И есть ничего. Давайте нахуй. Нет, чувак, давайте лучше топор возьмем. Заяц, стой. Есть. Так, я тут вижу костерок у нас уютненький есть. Привет. Приготовим зайца. Есть. Потрясно. Поели. Давайте еще раз попробуем построить дом. О! Встал. Как влитой. Потрясно. Теперь нам нужно вот это дерево пойдет. Сейчас мы попробуем за сегодня успеть его построить хотя бы частично, а лучше вообще полностью. Чтобы, так сказать, ночи у нас были спокойны. Блин, чуть дерево мне привело. Да, строить дом не быстрая задачка, но мне кажется, оно того стоит. Так, бревна стоять. К тому же живности тут вокруг нормально, так что пока что мы можем даже не беспокоиться. В том, что мы проголодаемся и умрем с голодом. Ой, фак.
Мы ушли. Ходят тут, понимаешь ли. Но вроде меня не заметили. Так. Дети... Бля, бревна укатились. Так, второе бревно. Куда, блин, укатилось второе бревно? Так, одно бревно нашел, куда второе опять На самом деле, таким образом они будут чаще ко мне, конечно, набегать. Из-за того, что я тут, понимаете, деревья вырубаю. Но на данный момент я не уверен, что есть смысл отбегать далеко с поселки. Потому что день тут заканчивается достаточно быстро. А ночью небезопасно. Полез вандаласа. У меня фонарика нет, вообще ничего нет. Сожрут меня почему-то. Физика в игре, конечно, просто сказка. Пока надеешься, что какое-нибудь бревно застопорится в какое-нибудь дерево, оно спокойно сквозь него проходит и катится куда ему еще хочет.
Мы опять проголодались. Блин, вообще бесполезно. Давайте, я знаю, тут еда может быть. О, еда. Поел. Так, давай, мужик, я в тебя верю. Блин, надеюсь, когда... О! Раз. Два. Ну, знаешь, дорогой мой главный герой, я, пожалуй, не буду посреди ночи искать водоем, в котором можно тебя помыть. Давай лучше заохотим ворона. Ты же не застрял, надеюсь? Блин, куда застрял? Так.
Так, я слышу чьи-то шаги. Знаете что, я усну. Пусть наступит утро. Ой-ё! А ну, бля, пошли вон отсюда, вон ночью, пошли вон. Кэш, голые нудисты. Блин, нудисты, понятно, девушки не голые. Понабегали, бляха-муха. Я вам пиздюлей-то навешаю. У меня топор есть. Я опасен. Ну, пошел вон, я сказал. Ах ты ж. Лекарство, блядь. Ай, щи, у меня нет лекарств. Ща, бог ты, ну как ты мне не повезло, блин. Где я вообще? Отсюда выйти. Я очень надеюсь, что я иду не вглубь пещеры. Очень надеюсь. Что там за кошмар эпилептик? А нет, кажется, будет. А, блядь. Ну, победитель по жизни, чё. Главное, чтобы никакая влахмарка сейчас на меня не выскочила. И погодите, или это будет? Я спускаюсь. Так я поднимаюсь. Ладно. Мы будем смелыми, в случае чего я буду орать. Что, выход? Правда выход? Блять, нет, текстура.
Я так я чувствую, что я обречен блуждать просто здесь бесконечно. И кажется, я вернулся к тому месту, с которого, собственно говоря, начал попытки отсюда выбраться. Я вижу, это не первое, походу, крушение самолета в этих местах. Да, да. Так, ладно. Ну, если это вот там, ладно, сейчас я в текстуре врежусь. Окей. Помните? Вот вляпался так, блин. Ай, фак, пошел вон. Не подходи ко мне. Кыш, кыш, кыш. И радуй. А, походу, меня убили. Плохой из меня выживанец. И на этом я серьезно. Во-первых, у меня зависла игра, а во-вторых, я предлагаю прерваться. И мы попробуем выжить немножко дольше, чем 3 дня. И не попасться этим мудакам в лапы. В общем, спасибо за внимание. До встречи в следующей серии этого увлекательного survival-хоррора.